офицер связи, 7 октября 2145 года. Недавно в резервном журнале соединения мы обнаружили записи о несанкционированных сеансах связи. Этот журнал обычно никем не проверяется. Но внезапная проверка вскрыла значительную активность. Мы проведем расследование, чтобы пролить свет на это темное дело. Особый интерес представляют сеансы D4560K9 и DE3288X9, которые никак не связаны ни с одной системой базы. Буду докладывать о ходе расследования. Сообщение быстрее, пробирайся в дельту.
сообщение и не даем тебе помешать. Связь установлена вручную. Солдат, вы слышите меня? Немедленно отойдите от консоли. Я запрещаю вызывать подкрепление. Мы не знаем, что за чертовщина тут творится. И пока не поймем, кризис останется внутренним делом корпорации. Отмените передачу. Связь со спутником установлена. Передача прервана. Ты правильно поступил. Пока мы не поймем, что происходит, мы должны наглухо отгородиться от мира. Тоннель монорельса, похоже, очист. Встречаемся там. Мы должны добраться до комплекса Дельта и остановить нашествие. Рядовой, ты нарушил прямой приказ командира. Сейчас же вернись к консоли и отправь сообщение. Шанс не попасть под тревогу.